Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал о вязании Заяру. Сегодня у нас пятница, пятый день совместного проекта «Семидвиж». Ссылка на участниц будет в описании. Вы можете пройти, посмотреть работы. Есть и готовые результаты, также интересные процессы. Я же сегодня буду стартовать пятым процессом. Это будет повязка. Хотела, конечно, вязать кое-что другое, но остановилась на повязке из пряжи Ализе Симлит Сал. Это 400, насколько я помню, 410 метров в 100 граммах. Может быть больше, может быть даже ошибаюсь. Этикетку вам этой пряжи вставлю. Вязать я буду крючком номер 2. Так. Это будет повязка для ребенка. И образец у меня связан. Я уже буду продолжать вязать, потому что первый раз сняла видео, мне оно не понравилось. Что я буду вязать, сама не знаю, да? Так, сейчас у меня уже 16:00, ну, может, 16:10 по Москве. Примерно так. И вот все, что у меня получилось из этого связать. Мне очень нравится, что получается. То есть это резиночка. Будет на обхват головы 50, около 50 сантиметров. Ребенок у меня спит, она проснется, я измерю и потом вам точно скажу, на какой обхват головы я буду вязать повязку на голову. Теперь же я отключаюсь, пойду немного повяжу, потом покажу свои продвижения. Я думаю, что маркер я не буду ставить, только вот давайте измерим, сколько у меня провязано, чтобы быть честными ко всем. 7 сантиметров у меня уже провязано, так что то, что будет сверху, свыше 7 сантиметров, это будет провязано после первого включения. До следующего подключения, дорогие мои друзья. Дорогие друзья, вот и пришло время второго подключения. Конечно, повязать мне пришлось час полтора, не больше. Времени не было, я планирую, а мои планы не увенчаются успехом. Ну вот, сколько я провязала. Посмотрите, пожалуйста, это будет повязка, напомню. И у нас было 7 сантиметров, да? У нас было провязано 7 сантиметров. Сейчас провязано 28. То есть я провязала еще 21 сантиметр. Буду примерять, смотреть. Не хочу планировать уже ничего, потому что, так как я планирую, никогда не получается то, что хочу. На сегодня все, мои хорошие, вот такой короткий отчет. Вяжу крючком номер 2, я уже говорила, и буду продвигать вечером уже свои процессы. Пока-пока, до новых встреч, увидимся в других роликах. Вся информация об участницах будет в инфобоксе, либо в описании. Завтра увидимся. Завтра у нас суббота и шестой день стартов.